Могут ли уволить с работы из-за долгов по кредитам? Должники по микрозаймам или кредитам очень часто сталкиваются с такой ситуацией, что коллекторы в случае возникновения длительной просрочки по кредиту начинают беспределить и пользоваться сервисами и оборудованием для автодозвона на работу должника. Таким образом, это происходит вплоть до остановки работы предприятия, потому что просто отвечать на звонки текущих клиентов и новых клиентов получается невозможным, потому что постоянно звонят с новых номеров. Естественно, что после подобных действий у работодателя возникает логичный вопрос об увольнении такого сотрудника. Но самим должникам важно понимать, что в Кодексе законов о труде Украины отсутствует такое основание для увольнения, и более того, никому не нужно распространяться о размере ваших долгов, о количестве займов и так далее. В таких случаях я, естественно, рекомендую обратиться сразу же в полицию по факту угроз, по факту вымогательства, а также пытаться договориться с этим агрессивным кредитором о списании долга как минимум до тела кредита. А если вам нужна моя помощь в таких вопросах, вы всегда можете ко мне обратиться.